Выполняй простые задания на своем мобильном или планшете и получай золотые орлы в игре War Thunder. По моему промокоду на экране вы получите свои первые 10 золотых орлов. Ссылка в описании. Блин, такой пазик сочный. Ой, но я не могу, там просто вся команда. Если я по нему постреляю, то я умру. А каким фланговым охотчиком ты пользуешься? Конечно же, естерварком. Прям, если ты хочешь играть на танках. Тигр, тигр стоит. Вижу. Сейся. О, хорош. Там я на самолет отвлекся. Я не знаю, не спрашиваю, не задавай мне глупых вопросов. Спроси Юдинцевых. Это танк, который не должен. Так, Поршек, Поршек, Тигр. Обосрано. Справа какой-то жмых идет. Я, может быть, славлю, а может и нет. Ой, да ёпарасоте, ну нет! Фух. Нормально, живой? Ага. Да нет! Лол, она выжила, эта 34-ка, на которую кидали. Ну ты. А меня убивают сзади, чё это? Welcome to the club, buddy. Две таких там, чё это, 500-килограммовые, наверное, какие-нибудь летели. Большие такие. Мне на 28. Да пойдите вы в жопу! 5 minutes later. Именно меня. Не того 34-го, который даже не за камнем стоит, а чисто в поле прямо, знаешь. Нет меня. Нет тебя. О! Привет! Да-да, не удивляйтесь. Годабр. Как штормиться в этой игре? Просто миллион зимок. Никак. Да ладно, на средних рангах они еще могут не попасть. Так как? А что ты думаешь насчет? Одна в центре, две по флангам. Смысл вылетать вообще? Ну, убивать зенитки, все. Твоя задача. Че, не понял, что ли? Нахрена ты авиацию берешь? Зенитки, что ли, не убивать? Это же извечная борьба. Не знаешь, что ли? Ну, типа, камень, ножницы, бумага. Mm-hmm. Ты должен убивать зенитки. Зенитки должны убивать танки, yeah. Танки должны убивать самолеты. Да, yeah, вкусно. С привкусом чикена во рту. Oh my. Господи, я знаешь, кого себе напомнил? Ой, белорусских. А кто там? Я просто не вижу. Тигр в борт не умер. Объемные снаряды. Что такие непонятного, Мана? Я работаю на отвлечись, как и все здесь. Ой, какой же бред с теми разрабами. Ну сколько ж можно издеваться? Да ладно, как? Ба! Я ваншот от него словил тоже. Куда? А, он прям в лоб мне вхерачил. А я ему не попал. Ну в щеку попал, но не убил. Я радиофугасы возьму. Они бесполезны. Я знаю. Не переживай. Тандер в этих словах. Да-да-да, это Хокку. Будут ли песенки? Да. Хотите, чтобы мы пели песни? Да. Про ананасы. Только эти Сектор Газа, только какую-то адаптированную песню. Сельский туалет, вот я на нем играю, да. Ехал я на Хари Продакшн, не пробил борт КТП. Отымели всей толпою, вылетаю на имбе. Опа, опа. А, да, хорош. Так, херота, что-то хитрое. А, ну все, тогда до свидания, считай. Я дал хит, но у меня 16-19 пулек. Хитанул? Она очень маневренная, дуэлиться с ней не надо. Я знаю. Он просто уйти хочет по скорости, но он не сможет. Мне нравится звук. Бомбу дал? Он. Да-да. Какая-то пусти его, сейчас я бороться. Ну давай, 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 давай. Раки в атаке! Ай! Лол, я выжил. Мне фраг дала, Макс, мне фраг да, дала. Давай, а я в штопор. Не, я в штопор. Капец. Не, москита просто железобетонный. Если бы не штопор... Это официально заборено. Гейт. Я чего сказал это? И для того, что ты поехал и сдох об него. Да ладно. Я встал и смотрю. Гениально. Как его убивают? Правильный поступок. Достойный настоящего союзника. Наконец-то. Достойный союзник. Наше сражение станет легендарным. Ой, дурак. Он вроде когда... КТ-100. Nope.
Минус ствол. Отличный урон. Да-да! Леопард где-то... Окей. Это просто охуенно. Нам давай нужно трое, чтобы мы друг друга уже по горе не останавливали. Не туда ты зашел, петушок. Скорее всего, да. Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Да. Тебя сам трахну, ублюдок. Я стреляю в щеку, пытаюсь рикошетную часть выбрать. Рикошет не происходит. Я его поджег. Жопа горит! Подушите мою жопу! 2 hours later. А, еб твою о, мать. О, маус сгорел! Сколько прошло времени с того момента, как я сказал, что я его поджег? Oh, боже мой! Да всем насрать! Крытье, привет от кожаного микрофона. Оу май! Ему привет и тоже отдельно. Что это было, блядь? Ликпазик, пиздец, я обосрался. Испугались? Обосрался. Хай, еще и дымы отбросил. Вот это урон, дерево. А где это чудовище? Вот он. Опять без урона. Впрочем, ничего нового. Опять без урона. Кручусь, как белка в мясорубке. Они мне тут хуйню показывают. Фу. Фу. Что происходит? Короче, он меня под себя засунул! Не туда ты зашел, петушок! Я в паттене! Ты точно получаешь пан? Отпусти меня, чудовище инородное! Я умер, короче. Вот это поворот! А, лол, меня спасли! Бля, пожалуйста, разверни лицо. Блять, Крюк, ну это пиздец, ну вроде ж командная работа, ну ты же видишь разведку, блять, ну повернись, ебани его. Так я же его не вижу, блядь. Все равно. Ну видишь, блядь, он выехал, я же его выманил специально на тебя, думал, ты уже целишь его. Нужна хелпа здесь, танк, Т-34 американец. А, это тот самый? Отвлеките хоть как-нибудь его. Это тот самый урод. Блядь. Охуенно, охуенно, просто, блядь. До свидания. Ой, ты вовремя, ебать ты вовремя. Ну, я и говорю, что-то не проигрывается как-то. Очень хочется, а очень хочется, Крюк, но такой, не проигрывается. Блядь, мы не проигрываем, надо ливать, все. До первого я поражения, Крюк. Я такой не люблю, вот не. Вот это класс вообще. Крюк, погнали, до первого отсоса. Я даже без стрима сидел, кайфовал. С вами до первого отсоса сейчас можно досидеться. А прикинь, так бы в тюрьме сидеть до первого отсоса. Я думаю, ты бы недолго сидел.